Как сообщает пресс-служба главы нашего государства, сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Был обсужден ряд актуальных вопросов узбекско-российского сотрудничества. Главы государств рассмотрели ход практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам контактов на высшем уровне, включая продвижение совместных проектов сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся также обмен мнениями по международной и региональной повестке, в том числе складывающейся ситуации вокруг Украины.